Автор Ирканат Зарибаев, министру здравоохранения и социального развития Дуйсеновой. Категория «Занятость населения». Здравствуйте, меня зовут Ирканат, мне 26 лет, по образованию бакалавр-строитель. Закончив заочно университет в 2015 году, обращался к сотрудникам Центра занятости города Павлодар с просьбой направить меня на молодежную практику, так как без опыта меня нигде не берут по моей специальности. На что мне ответили, что в бюджете на это нет средств и до конца года не будет. Отправили меня на работу не по моей специальности. Скажите, пожалуйста, может ли это быть основанием для отказа в направлении меня на молодежную практику? Тем более, что СМИ пишут о неосвоении бюджетных средств. Здравствуйте. Для оказания вам содействия в трудоустройстве направлено письмо в Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области. По информации управления, вы обращались в Центр по вопросу участия в молодежной практике в конце 2015 года. На момент вашего обращения средства, выделенные на молодежную практику, были полностью освоены, в связи с чем направить вас на молодежную практику не представлялось возможным. Поэтому вам было рекомендовано обратиться в начале 2016 года. Однако по вопросу участия в молодежной практике вы не обращались. У нас есть такая программа, называется «Молодежная практика». Мы молодых специалистов до полугода можем оплачивать из государства, из бюджета. Деньги выделены нам специально для этой программы, для того, чтобы они полгода работали. У нас очень хорошая программа выстроена. Жесткие критерии мы выставляем в том плане, что мы требуем. Мы выстраиваем так отношения, чтобы человек, который полгода работает на предприятии, при этом работодатель ни копейки не тратит, мы требуем, чтобы он в дальнейшем его трудоустроил. Если он его не устраивает по объективным причинам, это другой разговор. Но второй раз такой шанс не дадим.